В результате российских ударов по Покровску Донецкой области погибли 7 человек, 67 получили ранения. Среди них 29 сотрудников полиции, 7 спасателей и 2 детей. Одной из жертв стал заместитель начальника главного управления ГСЧС в Донецкой области. В результате обстрелов повреждены 2 многоквартирных жилых дома. Частные дома, административные здания, заведения питания и гостиница. Как заявил президент Владимир Зеленский, всего по городу было нанесено 2 удара. Зараз триває рятувальна операція в Покровську, Донецької області. Після російських ракетних ударів. Ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Все наши службы работают на месте. На жаль, есть жертвы. Минобороны России заявляет о продвижении российских войск на 3 километра вглубь обороны противника на Купинском направлении. Кроме того, по данным ведомства, были отражены 12 контратак подразделений ВСУ в Харьковской области и самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Слава Украине! Накануне глава администрации президента Украины Андрей Ермак объявил о возвращении из российского плена 22 военнослужащих ВСУ. Последний такой обмен между Москвой и Киевом произошел 6 июля. Тогда домой вернулись 45 украинских военных.